По леди, леда до 7 кистей ее можно формировать, как в первом, так и в втором обороте. В первом обороте в этом году себя хорошо показала в неотапливаемых теплицах у людей, кто выращивал без отопления. Она была и крупная, и завязала хорошо 4-6 томатов примерно. Есть у него способность тянуть носик. И носик она тянет. Опять же, генетически это заложено, но зависит все-таки от опыления. Если поработать борсади жесткими препаратами, носик она тянет. Плотная, транспортабельная, без пятна, без прожилки. Ну, если брать рынок полудетов, если равнять цена-качество, это сейчас один из самых недорогих и хороших томатов по полудетам. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.